Может ли танец помочь человеку с инвалидностью изменить отношение к жизни и занять в ней свое достойное место? В инклюзивном клубе добровольцев уверены, не только может, но и реально помогает. Танец – это один из самых лучших способов реабилитации. Они изучают движение и механизм танца. Это сильно влияет на их физическое состояние. Они учатся ставить номера, участвовать в конкурсах и побеждать, что прекрасно сказывается и на их самооценке, отношении к жизни и отношении к ним общества. Можно с уверенностью говорить о том, что танец – это самый комфортный способ для людей взаимодействовать друг с другом, показывать свои возможности, ну и просто получать удовольствие. Для того, чтобы поделиться с самарцами своими знаниями в области танцевальной реабилитации, из Москвы приехал известный балетмейстер, танцор и педагог Леонид Тарасов. Его опыт известен не только в России, но и за рубежом. Мы, конечно, видим колоссальные результаты и в плане реабилитации, и в плане развития человека, в плане его какого-то продвижения, там, приобретения статуса. И даже не только для людей с инвалидностью, а для волонтеров, которые в этом участвуют. Они также получают колоссальный заряд энергии, знаний, опыта. Несколько занятий, и ученики семинара уже не просто танцуют, но и получают заряд позитива и удовольствия. Это очень полезно. Сюда как бы люди сидят дома, а сюда люди приходят, просто не знают друг друга, они пусть даже они не общаются, но они танцуют, взаимодействуют друг с другом, просто здесь все друг друга общаются, никто никому не стесняется, всем здесь все нравится. Семинары по танцевальной реабилитации в Самаре будут продолжаться. Возможно, эта самарская практика выйдет на международный уровень. Андрей Трой, Константин Головин. События.